Как правильно охлаждаться летом? Советы от терапевта. Как не простудиться летом? Соблюдая несколько простых правил, вы всегда будете здоровы. Ведь легче предупредить, чем лечить болезнь. Ежедневные прогулки на свежем воздухе, утренняя зарядка ежедневная. Также необходим полноценный отдых, соблюдение рационального режима труда и отдыха. Важно отказаться от вредных привычек – курения и алкоголя. Очень помогает закаливание, но здесь потребуется консультация лечащего врача. Одно из самых основных правил закаливания – это постепенность. Необходимо постепенный переход от наибольшей, например, температуры к наименьшей. Да? И закаливание требует постоянного подхода. То есть оно повышает наш иммунитет, то есть на кратковременный, 4-8 недель. И если мы закончим закаливание, например, летом мы закалялись, и осенью мы это дело забросили, то уже осенью, в течение месяца, у нас уже пропадает этот иммунитет, который мы строим, да. Летом в жаркие дни мы любим пользоваться кондиционерами в машине, офисе и даже дома. А ведь неправильное пользование приводит к простудным заболеваниям. Но и этого можно избежать. Если вы работаете в офисе, да, и при этом вы идете с улицы в легком платье, да, то на работе можно переодеться, одеть пиджак, да. Он же фильтрует же воздух постоянно, да, и там идет скопление бактерий, да, за счет чего идут тоже инфекции, да. Если в коллективе начинает повышаться заболеваемость вирусными, ну вообще инфекциями, да, респираторными, то необходимо отправить, наверное, на ремонт кондиционер. Будьте здоровы!